Министр спорта Виталий Мутко заявил, что ситуация в футбольном Енисее его тревожит. Напомним, после 5 лет пребывания в футбольной национальной лиге команда вылетела во второй дивизион. А по окончании сезона разразился скандал. Главный тренер Амари Тетрадзе обвинил в неудачах руководство клуба. Мутко признался, что смотрел эту пресс-конференцию. По его мнению, тренерский штаб обвинил всех, кроме себя. Раньше был стабильный и спокойный клуб. Возглавлял его нормальный человек. Затем пришла группа людей и все заменила. Я точно могу сказать, что судьбой Енисея я лично озаботился. Я уже говорил с губернатором. Мы вложили огромные деньги, построили футбольный манеж и думали, что это будет подспорье. Однако вокруг манежа начались танцы на льду на предмет того, кто будет сдавать здание в аренду и получать прибыль.